Снова здравствуйте. Все едут в Крым, на море, а мы в Астрахань. Будем кушать арбузы, отдыхать и наслаждаться теплом, в отличие от нашего Брянска. Ну вот, все, загрузились. Дверки закрываются. Следующая остановка — Волгоград. Вот уже ливно, ребят. Ну что, поток идет большой машин. Машин вообще много. Там по навигатору посмотрел, там где платные участки, перед Воронежем, за Ельцом. Пробки, 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 все красное. Поэтому сейчас поедем козьими тропами через Ливны и напрямую на Воронеж будем выскакивать. Дорога там вроде тоже должна быть нормальной, по крайней мере я там ездил. Ну, посмотрим. Смотрите, какой справа, да? Красавец. Военный мемориал. Да, конечно, это объездная. Вообще интересное место. Камер нету, дорога нормальная. Загруженность почти нулевая. Мамаев курган. Родина мать. Yeah.
холода, тревоги, до степной бурьян, край сосновый, солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. Теперь смотрите на стену. Это все имена, фамилии. Место, конечно, такое сильное, очень сильное место. Людей масса. Вот и заканчивается такой экспозиция.